поселке Каргополье в честь Дня защиты детей прошли спортивные мероприятия. Утро праздника началось с семейных эстафет. Участники проходили различные веселые конкурсы и испытания. Предварительно каждая команда придумала себе название, девиз, эмблему и форму. А выступали семьи за детские сады, в которые ходят их дети. Мы представляли детский садик «Светлячок». Долго ждали выступлений, но вот выступили и надеемся, что в дальнейшем будут часто проходить такие соревнования. И надеюсь, что будем участвовать. Мне было весело, мне очень понравилось. Спорт – это, само собой, очень важен в нашей семье, в нашем мире и вообще. Мы очень рады, что нас пригласили участвовать. Надеемся на какое-нибудь призовое место. Организатором этого спортивного конкурса является отдел образования администрации Каргопольского района, а все призы проспонсировал директор «Заурал-Лес» Максим Харлов. Не случайно День защиты детей в Каргополье посвятили спорту. Учредители хотели привлечь как можно больше населения к ведению здорового образа жизни. В итоге первое место заняла семья Ленковых. Серебряными призерами стала команда Ставровых, а бронза у семьи Горбачевских. Все участники награждены грамотами и призами от спонсора. Параллельно первой эстафете шахматный клуб провел турнир среди школьников, а спортивной школой была организована сдача норм ГТО для дошкольников, где ребята смогли проверить себя на гибкость, меткость, быстроту и силу. На улице в это время праздник продолжился районным фестивалем спорта «Мама, папа, я, спортивная семья». В состязании принимали участие 10 семей из разных населенных пунктов. Каждому из них предстояло пройти 5 оригинальных конкурсных испытаний. За команды болели группы поддержки, приехавшие вместе с семьями в поселок Каргополье. Все сегодня очень хорошо, красиво. Детский праздник. Участвуем в конкурсе первый раз «Мама, папа, я». Все понравилось. Сегодня замечательный день, и праздник, тем более, и погода. Сегодня отличное для соревнований. Почаще проводились бы такие соревнования, семейные, Каргополье. В результате победу одержала семья Силиных из села Окуневского. Второе место заняла семья Шевелевых из этого же села. И тройку лидеров закрывает семья Карандашовых из села Житниково. Всем участникам присвоили разные номинации и наградили призами.